тени. Собрались немножко. Почему без юбки? Где юбка? Какая юбка? Так он можно специально лазить по говнам где-нибудь. Руководства нету, все в ожидании. Самые сознательные товарищи приехали вовремя. Вот едет руководство. На всяких непонятных машинах. Да, на непонятных машинах едет руководство. А вот еще. А вот и командир. Хватит уже. Это клуб любителей Мазды нас посетил сегодня. Да. Ну не только клуб любителей Мазды. Да мне как-то стыдно вставать. Мы не привыкли. А странные у вас машины. Странные у вас машины в семье, надо сказать. Нет, ну сиди еще, ладно. Сергей, почему на том автомобиле? Кризис. Не кризис, а для сугрева он, наверное, что-нибудь придумал. Здравствуйте. Ну что, трактористы, привет. Предатель. Печально. Толя, привет. Тебе не идет эта машина? Нормально. Нет, как-то принимаешь сразу. Мальчик. Да, мальчик. Да, такое. Она еще растет. А что они там привет. Так далеко? Потом ее, да? Визуальная подсветка. Посидите. Позитивный это понятно. Пожалуйста. Я у одного, наверное. Ничего не делал, то ли. Ну да. Это я говорю, я пойду помоюсь, и не заехал, и не помылся. Здравствуй, Вадим. Здорово. Вот место для вас припасли. Место для вас припасли. Здорово. Ну что, едем? Ну там... не надо выкладывать в интернет, пожалуйста. Да, ты же пока трезвый. Ты же трезвый пока, Вадим. А когда пока? Ты пока трезвый. Я еду.
Вот так вот наши люди ездят. Ой! Ой! Что здесь? Ой, желтенький был. С легкостью преодолел препятствие. Но это на тракторах-то не проедут, куда хочешь. Это что, второй? Зарылся, значит, веселее будет. Как Толик тогда зарылся, и весело было. На гонке на тракторах он здесь. Смотри, он прыгает. Ну что, сел? Допрыгался!
Там какие-то звуки, звуки какие-то такие уже металлические. Система противоскольжения включилась сама. Слышали металлические стуки? Это предсмертные судороги такие автомобили. 500 и слабаки. Я тут целых 60 гонял. А вот японский автопром, пожалуйста, или корейский, японский. Говорят, ходит. Ну и все, и паркуйся здесь. Вадим, она расспрашивает, у тебя какие-то металлические звуки были из машины, да я сказал, что антиблокировочная система включается. У меня, ну, да, вот, у меня санки лежат и две вот такие чурки в кузове. Ты зря колеса вывернул, она прямо, она пошла. Все! А? Все. Ну, запарковался. Все это самое, нагрелось, коробка. Я-то просто думал, тут нормально, поехал за тобой. Развернулся, смотрю, я говорю, плюх. Да ладно, сейчас остынет. Что, просто есть? А, не. У него просто перегрело. А что ты взял? А у меня загорает, лампочка загорела. Перегреть чего? Коробка. А, коробка? Ну, что-то это... Это совсем другой запах. Нет, запах, да, совсем другой. Кто-то испугался. Надо выдергивать. А? Пока. Сейчас у него коробка остынет, загорелась коробка. Сейчас поглубже закопаешься. Лопату принести? О, надо лопата. Вот 17-я резина, да? Но брюком подчеркивается. Да, жалко лёд не заметил. Толь! Где он? Он же мне обещал, что он там колбаснёт. Ну, вот. Да. По заливу? Ты у него же не амфибия. Я бы не сниму. Ты его вытаскиваешь. Да ладно, он сам выйдет. Дайте ему успокоиться. Собраться с силами. Сейчас пропало. Девочки, красавец, мазды, выдайте. Да, ну чья перчатка? Моя. Так, короче. На концерты будем разводить? А если вы найдете дрова? Нет! Во! Ну, на чем надо ездить? Вот, да, зимой. Все нормально. А как бульдозер равняет пляж? Вот так, да, я.
ровный песочек будет. В раскачечку надо взять. Да хорош, ну если как выровняет. Это опять он не нагреется. Дима, хорош, едь сюда. Конечно, у него и коробка, и чистоту еще нет. Ну, да колеса у меня, по-моему, такие нет. Они не... Ну, колеса какие-то не такие. Обычные. Нет, большие стоят. Мучает машину, мучает. Все, сейчас сядет и все. Да, 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 он уже буксовал уже. Вот здесь вот костерчик поставил. Еще туда кого-нибудь развернуть костерчик. Ну вперед, сейчас рывок сделает. Колеса только не крутит. А что делает? А он это, мучает машину. Ты смотри, 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 пошла, пошла, пошла сама. Давай, давай, давай. Но колеса вывернулось, и я застрял опять. Что это такое? Что это народное творчество? Сейчас вообще не надо. Не, забивает быстро колеса, реально как клинит. Ну как клини. Колеса да, нет, не нормально ехать. Каким ветром, ребята? Левее, ровно, ставь. Нет, проехал. Назад, назад. Ну вот, теперь мы все знаем это. Ну сейчас зараз выйдет сразу, да? Раз и поехал. Да. Что-то я не ожидал, что тут такая, блядь, засада. Я думал, песочек подмерз, блядь. Он тут совсем, блядь. Да, мокрый, снег. Паша, ксеноновый свет сзади. Слепит народ. Не хухры, мухры. Паша, вырубай! Паша! А это флаг Ку Клукс Клан? Конфедерация. Это же война северных и южных штатов. Мне кажется, это Ку Клукс Клан, нет? Ку Клукс Клан это Ку Клукс Клан, а это другое что. Ну одно и то же. Негры не в почете. Без шлема, все, короче.
Марин, я кажется, сейчас они там останутся подо льдом. Ну, это и проблема. Это же не наши. Блин, ты что, мы же пытаться? Я в Карелии сел на буханке. Я не буду. Ты что, пусть типа тонут, да? Мозгов нет. Вот это, понимаешь, да? Я тут с Коликом поговорил, вот отсюда. Я где-то вот здесь. А, вот я стрелял. Я был много на роллерах, но это все тройный роллер, не раз. Давай, давай, сюда. Давай, 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 давай попробуем. А что здесь? Неправильно так вот. Кто ее знает, что она видит? Так, с какой стороны мне его? Стой! Вот здесь я. Не, вот, вот здесь, да. Да, да, вот, да, сзади. Вот дискотека авария. Ты куда видео потом выкладываешь? А камикадзе в середине зачем? А камикадзе... Давай, давай, давай! Камикадзе пока чуть-чуть. Окно открой! Да, блин. Оп! Отцепился, нет? Нет. Ну чё, Дим, готов? Давай, готов. Давай потихоньку. Ведь поехали потихоньку. Поехали, поехали. Очень длинная верёвка, наверное. Ну, это был один трос, а не... Ну и что? Да, Вадим. А, подъезжайчик включали? Или как? Да, они здесь. Так, я сейчас буду... Долго будут. Назад-то сдай. Рывочком. Назад давай. Блядь, у него что, полного привода нет? Он не знает, как он включается. Вить, назад-то сдай. Надо его отцеплять, он сам. Нет, уж закопаем всех. Дим, поехали! Раз, два, три. Это сам едет, смотри, мы все. Подожди, сначала давай, теперь... Давай. О, подожди. Тяну, Толик, тяну. Сама пошла. Тяну. Подожди, мне задаю просто. Стой. Сейчас подтолкнет сзади бампером. Я победил. Да. Паша! Баранов.
Давай в нем раскачку. Так что-то не действует. Простые движения. Он сидит в салоне тоже. Не знаю, я вообще не присаживался нигде здесь. Так а здесь снега-то... Ты тогда и бревно закопал. Так снега-то не было почти. А при чем тут снег? Он сразу до песка дорывается. Что? Снег мокренький, скользит плохо, хорошо. А тут же что-то было? Лопата стоит. Надо вырулить немножко. Разгончик здесь. Да? Давай. Димка, а ну вот сюда надо. Хорош. Главное инерцию не терять. Рам-то покруче выезжает, да? Ну да. Шлем такой летчицкий. Блин, и немец. Да. Наш вес и ваш вес. Да, знаешь, уже на неделю мы передумали 4 машины, в итоге купили эту. Остальные тоже покупали, да? Буретку, буретку. И вот так надо было тебе выйти еще. Ну сюда квадроцикл не влезет, точно. Слушай, я живу практически около этого. Нет, вот эти трубы это штатные. Ты завез машину? Я велка. А будешь? Я хочу на Финляндию растаможить, в Финляндии продать. Это вообще был абзац. Ну вы рассказывали тогда, да, что вы отчаянно такой поступки. Но мы 5 часов, было куча детей, было 4 или 5 детей, причем мелких таких. Было куча детей, много водки. Это нормально. Хома бить! А что такое просто? У них просто вот они тут облазили все, полазили по всем машинам. В снегу поваляли, там вальгу. Крыши не помяли, нет? У детей был кайф просто. Знаешь, взрослые такие, да, уже с Паркинсона стали. Ни вдох таки не замерз. Ты что, курица готова? Нет, сейчас еще доложу, я руки беру. Да надо просто, слушай, надо было тебе бумагой прям вот обернуть руки, да накладывать. Да опять такое. Все это показывать-то можно. Мороженое. Берем еще одну стоит. Мясо нормально было? Ты же берешь, что пойдем. Не сырое? Слушай, я дровил. Плохо, юноша, стараетесь, плохо. Надо лучше. Будем стараться. И вот, это на выброс. Ткань на выброс. Там еще должен быть. Пока летит машина, едешь, короче, едешь. Да, короче, все есть. Не старайся доставать, это займем. Боже, это фигня, там, не нужно платить, да? Толя, где он снимает, кровавый ожмет. Мозги? Алло. Вот квадроцикл хотели положить и не положился, мозги остались. Ящик, тем более, представляешь, человек идет в салон. Да, надо этот было убрать просто на мордосок. Где поедешь? Вот что ли. Ну. 800 ссылок. Погоди, где знаете, где надо? Да ладно. Где он? А, нет, на объездную не приезжали. Правильно, в сторону города едет.
Потом, значит, обрежаешь лисинус, вот этот вот виадук. А потом ты... С виадука съезжаешь вниз, потом ты разворачиваешь. Вот. Выезжаешь вот виадук. Дверь закрываешь? Вот, под виадук. Да, под виадук. А потом, потом ты съехал под виадук. И поворачиваешь налево. Вот надо было, да, залить? Поскорить. Еще ничего нету. Ничего, пустая. Еще налево, налево. Уже кровавый. Уже, да. Опа. Ну, так всегда. Кого уже мочканули вы тут? Да, ты проезжаешь под виадуком, дорога уходит чуть правее. Ты по ней едешь, едешь, заезжаешь до первого перекрестка. Там коричневый забор. Короче, его встретить. Поворачивай. Бентли. Забор поворачивай налево и так далее. Все, и приезжаешь прямо к нам. И сразу получаешь свежую курицу. Что там с этим взрывом? Ты что ты так потесонная? По поводу этих колесиков. Китайские, это 40 километров. И 30-40 километров. Я как знаю, с утра до ночи можно так. Знаешь, что еще? Жопа этих техник полностью. Это реально жопа. Настя, я не хочу ездить на трассе. Какого не было? Ты же не в настроении. Lexus в пикапах пока нет, насколько я знаю. Да ладно, сделай все на раз. Крышу отпили, вот здесь. Болгаркой. Я до тех пор, пока проводка не крадет, можно ездить. Ладно, хотите. Это вот дела можно кабриолетом. Ну, в смысле, с пикапом. Вот это вот специалист. Тебе есть колодец пикап? Сразу так раз был. Турбины над дувом. Компрессор? С компрессором. Между прочим, вообще лучшая машина в мире, если не пугает расход. Как? Он может 38 достигать 95. Да мне плевать, сколько он живет. Он конечно, Лен за все заплатит. Нет, я не поняла, как бы, а что, я сама, что ли? Нет, Лен просто на свой топ там пару бочек там купил, все. Пару бочек, он у нас господин Барсуков уже скалает по местным бегам. ПТК не владеет. Все, владеет, наверное, еще. Ну, в зоне вообще сложно владеть чем-то. Ладно. Пару сигарет в день ему по-любому приносит. Ну да. Помаши дядя ручкой. Лучше ножкой. Может, что-то еще есть там случится? У нас под рангом, блядь, 89. Что тебе, на занижение? Сейчас, он еще не застревал сегодня. Он еще сегодня не застревал. Ну, короче, первое, ты самое. Я сказал, приедет Микола и сядет. До свидания. Мы уезжаем.
Короче, первая выдача инвентаря была неточная. Теперь зайдите. Да. Ну ладно, поехали. 15 декабря летели, да? Папа, иди сюда! Дядя застрял. Кто не знает, это Саша, он потенциальный наш, но он наш. Потенциальный нам все. Да, у него уже едет. У него это интересно, на колесо. Слушай, ну я как бы не вижу, не палец. Покатался? Ну, пойдем. Коля, привет. Я свою мушку-то поставил, уже думал, сейчас дергать, что ли, кто на меня будет. Да. Не повыше поднимет. Мотор не подключился. Нужен такой под 5 литров. А этот не будет? Он будет. Ладно, вторую вот. Я ж летом своего длинного так на пляже засадил. Так же быстро. Ну как задница? А это может быть. Он на пол сел. Он поехал какой-то. Я бы тебя разогнал, я думаю, что. Что, что ли? Нет. У меня вот для мотоцикла. А, да, ну да. Мне вот длинный кросс. Белье, да, прилежал там. Какое-то дерево. Отправил машину. Ему пофиг. Идете, на все работы.
если надо ездить, Анатолий, а не парить мозг людям. Вот они, русские витязи. Ну так бы, сумму считаю, деньги, десятку можно провести карту, положить ее, это можно. Я хотел посмотреть, как у него сходят. Алло. Алло. Да нужен. Ты моя шапочка. Скажи, что ты как раз думаешь?